18 марта во всей стране прошли митинги, посвященные присоединению Крыма к России. Рязань также не осталась в стороне. На митинг пришло около 5000 рязанцев. Среди них были и ветераны, которые участвовали в боях при Севастополе. На площади Победы были представители не только старшей возрастной категории. Молодежь принимала активное участие в акции поддержки жителей республики в это непростое для них время. Возвращение Крыма в состав России стало знаковым событием в истории нашей страны. У многих наших земляков там живут родственники и друзья. Скажите, когда вы узнали вот об этом, что он присоединился там назад, какие чувства вы испытывали? Гордость за Россию, за что же еще? Как же так вернуться на родину крымчанам? Обязательно надо было. Давно мечтали. Сегодняшний митинг посвящен знаменательной дате, годовщине присоединения Крыма к нашей России. Крым, он всегда был русским и нашим участком законной земли. Ну, чувство гордости за то, что народ не побоялся, пошел против политики Украины. Народ выступил за поддержание оппозиции, за нашу страну. Я считаю, что это очень позитивно. Во-первых, история – цикличный процесс, но тем не менее, Крым вернулся с Севастополем в родную гавань. У нас общая история, у нас общая победа. И в преддверии 70-летней годовщины Великой Победы это очень символично. Ну а за безопасность на мероприятии отвечали 120 рязанских полицейских. Митинг прошел спокойно и без происшествий.